Всем привет! Вы на канале Stats Android, я его ведущий Виталий Непочатов, и это очередное видео из серии «Инструменты Android разработчик». Сегодня мы поговорим о декомпиляции приложения Android. Декомпиляция – это процесс обратной компиляции. Его еще называют обратная разработка или reverse engineering. Этот прием применяют, чтобы посмотреть исходные файлы приложения. По сути, это взлом приложения, и это не вполне законно. Я вас ни в коем случае не призываю взламывать чужие приложения. Декомпиляцию можно использовать для защиты своих приложений от взлома. Инструментов для декомпиляции достаточно много разработано для настольных компьютеров, но все они достаточно сложны в настройке и работе. Сегодня я покажу вам приложение для декомпиляции APK-файлов, которое будет работать прямо на вашем Android-смартфоне и разбирает APK-файлы буквально в два клика. Давайте установим и посмотрим, как оно работает. Для начала скачаем приложение с маркета. Ссылка на него есть под видео. Называется оно Show Java. Логично, ведь оно позволяет увидеть код Java файлов в приложении. Установлено успешно. Запускаем. После запуска мы можем декомпилировать на выбор, либо сохраненный на устройстве APK, либо установленное в приложении. Я выберу из списка установленных приложений свой тестовый проект. Процесс пошел. После непродолжительного процесса декомпиляции приложение выдает результат. Здесь суммарная информация обо всех декомпилированных файлах и все Java классы нашего приложения со структурой пакета. Вот такой удобный инструмент. Пользуйтесь, смотрите наш канал и удачи в Android разработке. А с вами был Виталий Непочатов. Всем пока!